И всем привет, ребят. Сегодня мы будем играть в Egg Wars Pokemon Go. Погнали. Так. Сейчас мы покупим немножко золота и железа. Так. И сразу построимся к кому-то. Так, синий где? Ладно. А, кстати, вот они. Погнали тогда сразу на синих. Их больше всех. Поэтому погнали на них все. Так. Тайный последний. Все, отлично. Мечик. Кирка и броню закупим. И блок, и все. Одеваем броню и погнали на синих. Сейчас. Так, ребят, я сейчас не понял, что произошло, но синие повыходили. Конечно, для нас это хорошо. Мы быстрее победим, конечно, но давай. Жалко, что они вышли. Так. Хорошо, значит, мы идем к кра... Блин, не идем уже. Блоки закончились. Ладно, сейчас заново покупим все. Но у них там может быть уже алмазин. Но не сейчас. Но может быть. Потому что я там видел, что один пацан достроился до центра, да. Он еще раз достроился. Блин, не то. Зачем мне такая кирка? Понадобится, ладно. Пусть будет. Все, теперь точно достроимся. Так, ну не знаю насчет алмазника, но железник у них есть. Пожалуйста. Есть. Отлично. А ну-ка убивайся. Да не. Он железник. Кстати, отлично. Профи. Так, давайте оденем это. Так, что я нашел? Так, сейчас купим мы, пожалуй, еды. Отхилимся и сразу пойдем на желтых. Даже не отхилимся. Наш уже строится. Давай, братан. Я верю в тебе. Достаточно быстро. Так, давай. Давай. У них обсидиан. Обсидиан. Ладно. Сейчас мы решим эту проблемку. Быстренько. Так. Все, порешали проблему с обсидианкой. Так, у нас два интерптерона. Не надо забывать про них. И в любой момент мы можем пахаться к их яичку. Блин, не туда кинуть. Так, нашего не убивали. Все, ребят, у вас яйца больше нету. Так, где последний-то? Где последний желтый? Может, он на дракон залез, а? Не. Ладно, прятки будем играть, да? Хорошо. Поиграем в прятки. Да блин, где эта гадина? Время хочет потянуть, да? Не потянешь. Так, окей, здесь его нету.
Так. Ладно, надо было просто спрыгивать, да и все. Ну блин, где последний желтый? Ладно. На своей базе его нет. Значит, пошли сюда. Так, не сюда, а вот сюда. Да и на центр у них пути-то нет. Что творишь? Ты не мог просто построить такую лесенку. Чтоб все могли туда забраться. И вот спрыгнул просто. Блин. Так, на красной базе его тоже нету. Ну где он? Отлично. Он или упал, или вышел. Скорее всего, вышел. Но это не наша проблема. Мы победили. Ладно, ребят, на этом мы, пожалуй, закончим. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. А с вами был я, Игровой. Всем удачи и всем пока.